Дорогие друзья, я Гельмудинов Розальф Флёрович. Поздравляю наш любимый университет с 85-летием, а также все строительное образование Республики Татарстан со 125-летним юбилеем. Строительство – это одна из основополагающих отраслей жизни человека. Наш труд направлен на созидание и обеспечение человечеству комфортных условий жизнедеятельности. Говоря слова поздравления, в первую очередь хочется адресовать их преподавателям и сотрудникам университета, работающих и когда-либо работавших в стенах нашего вуза. И, конечно же, удачи студентам, ведь от успеха каждого студента складывается благополучие всего нашего университета. А от выпускников – процветание всей нашей Родины. Не каждому дано так щедро жить, на память людям города дарить.